друзья, мы сейчас едем в автобусе в городе Загребе. В отличие от предыдущей страны, здесь люди очень добрые и абсолютно без проблем все объясняют, рассказывают, показывают. Поэтому я нашел, во-первых, нашел отель, потом нашел адрес, точнее искал адрес, где он находится. Вот сейчас еду туда. Посмотрим. Точно не знаю, сколько он стоит, но сказали, что до 15, до 20 евро, в общем, может быть. На улице идет дождь и очень тепло. Это первая страна, в которой так тепло за все время моего путешествия. Спокойно можно в легкой куртке осенней гулять. Не знаю, как будет ночью, но сейчас вечером температура такая. Отель, я так понимаю, находится не в центре. Пока точно я не понял, где он находится, но скорее всего, что это не центр. Но долго искать я тоже не стал, час все-таки это тоже время потратил. И решил, так как посоветовали, вот сейчас еду туда. На русском здесь не говорят, но язык, в принципе, вполне понятный. По крайней мере, чтобы легкие, простые вещи объясниться. И также говорят на английском нормально. То есть, допустим, водитель этого автобуса свободно говорит на английском. Также спросил, именно какой мне номер нужен, то есть, куда мне конкретно ехать. Для этого здесь, где я сейчас сижу на переднем сиденье, сидела девушка, она тоже очень долго спрашивала, подсказывала, в общем, сделала все, чтобы я добрался сейчас до места, куда мне нужно. Первое ощущение очень даже хорошее. Сейчас посмотрим, что у нас отель. Я надеюсь, он будет недорогой и не придется ехать обратно или снова в центр или еще куда-нибудь, чтобы искать другой. Здесь, кстати, тоже местные деньги, пока не знаю, как они называются, но проезд на автобусе стоит 10 их вот этих загребастов. Надо будет позже узнать, как название вообще. Евро не берут, но можно свободно, без проблем разменять в любом месте. Надеюсь, что наш отель хотя бы в черте города будет, что-то мы едем уже минут 10. Улица называется Сараевская, у меня, куда я сейчас еду. Thank you.
дальше какая-то аллея начинается интересная. Интернет, кстати, здесь тоже ловит, по крайней мере, куда я зашел, чтобы посмотреть отели и так далее, и так далее. Интернет работал, Wi-Fi. Вполне нормально. Сейчас в отель, в который еду, как мне сказали, там интернет тоже должен быть. Смотрим. Автобус вполне чистый, красивый, название подбит. Сегодня, если сегодня доберусь до отеля, то в первую очередь, что я буду делать, так буду стираться. В предыдущем отеле постираться не удалось, потому что там в номере даже не было душа. Ванны ничего не было, то есть все было отдельно и надо было ходить. Кроме парня, который там работает, прикольного, абсолютно больше ничего там не было интересного. Вот. Сегодня, я надеюсь, если даже этот отель, который я сейчас приеду, не будет с душем, то я, наверное, все равно буду искать тогда другой отель, потому что постираться надо обязательно, эти костры, и не только костры, в общем, уже. This street, 10 minutes. 10 minutes, okay. Here. Ага. 10 minutes, hotel 40. Thank you very much. Thank you. Все, покидаем автобус, спасибо этому человеку. Теперь нам надо будет 10 минут, насколько я его понял, 10 минут идти по этой дороге. Так. Ну, друзья, смотрите Анзор ТВ, мы двигаемся дальше.